Давай, мы сейчас просто это сделаем. Да, реально горячо. О, сейчас спрашивать было. Так, ты иди. Запись идет уже минутки три, наверное. Но я отключил, чтобы сделать более свежий, чтобы не так шокировать наших зрителей, читателей и тех людей, которые нас будут смотреть в будущем, а также спонсор нашего сегодняшнего турнира «Горилла». Итак, ребят. Наш лозунг. Горилла лучше Яги. Пей гориллу, брось Ягу. Итак, ребят, расскажите, пожалуйста, вообще, как вам сегодняшний турнир, как все прошло? Отличный турнир, почти без задержек. Вообще весело, на самом деле. На самом деле, хороший турнир, немного огорчили задержки. На самом деле, хороший напиток, запомните, горилла. Лучше Яги. То, что горилла лучше Яги, то, что писал Убик на форумах, горилла не очень. Он врет. Убик да, поехал врет. Домой, по-моему. Убик поехал домой. Потому что он не пил гориллу. Даже Олежка пьет гориллу. Пей. Пей. Да. Вот так вот. Это у нас на часах сколько времени? 10 часов вечера, по идее, да? Чуть больше. А, уже пол одиннадцатого. У нас практически заканчивается турнир. Ребята все веселые остались. Все и загорело. А, всякие паникеры и нытики остались дома. Да, вот. Да. Итак, ребят, давайте придем к делу. Расскажите, с кем вам пришлось сегодня столкнуться и кто вас отправил смотреть турнир в бар через наших спектаторов. Расскажите, пожалуйста. Я первый? Конечно. Кто Но меня отправили, мне не стыдно совсем. Меня отправили такие известные игроки, как Flame, Сквоз, Simply, потом... Кривой, который просто вообще 24/7, ну, играет в КС, на моим, все такое. Вот просто обидно одно, обидно то, что Лунат приехал и, короче, слил на самолет 1800, потом на Регу 500 рублей, еще угощал меня Макдональдсом, пивом. Вот. А потом куда он делся-то? Он уехал уже? Нет. А он пошел с друзьями. Когда не самолет, кстати? А? Луна-то. Самолет завтра, вот. Вообще он пошел с другом гулять, но почему-то не звонил мне, там ничего. Потерялся. Просто он меня спать должен у меня. Вот. Вот так вот. Ты играла сегодня? Нет. Сегодня не играла. Ну, не получилось. И моя команда не играла. Потому что у нас некоторые проблемы с составом. Вот, надеемся, в скором времени все это решится, и на следующий турнир мы все-таки приедем. Ясненько. Как у тебя сложилась судьба? Сегодня мы две игры выиграли. О, хорошо, в группах. Группу вышел? Да, одну игру проиграли, ну не то, что проиграли, сыграли 15-15, очень обидно не затащили, против тех же АГГР. Кривому привет большой. Привет, Кривой, ты молодец. Это было в группах, а группа была, да? В плей-оффе. Честно говоря, не помню, кому слили. У вас первая игра была, да, в слито? Да, сразу же первая. Было довольно обидно, потому что мы были уже на минус морали, время было 7 часов, был только плей-офф, все устали, всем было тяжело, но, несмотря на это, мы довольны результатом. Все-таки микс, возможно, в будущем команда, есть перспектива, есть желание играть, и надеюсь, все получится, и спасибо Горилле за этот лан, несмотря на то, что... Задержки, и все-таки он удался. Как будет называться новой командой? Не знаю, возможно, возьмем старый тег GeForce. Возможно, как-то назовемся по-новому. Точно пока не знаю. Думаем еще. Ясненько. Расскажи, как тебе вообще сегодня? Сегодня вообще отличный лан. Я вот с этим человеком приехал сюда, и с нами сегодня приехал человек из Петербурга, Лунат. Мы очень плохо сыграли, но зато у нас... сформировалась хорошая команда. Мы вот с лучшими людьми из Петербурга будем играть в одной команде. И я считаю, что это хороший успех. Сыграли плохо, а лан хороший. Энергетики, все дела бесплатные. Кто от халявы откажется? У вас будет... Хорошая организация. У вас будет теперь какая команда? Онлайновая или все-таки лановая? Нет, лановая команда. Мы будем вместе приезжать на все чемпионаты московские, и мы будем с Баунтиком ездить на чемпионаты в Петербург. Команда будет называться РПХ. Мы будем играть также от ESL на EMC за РПХ от России. То
ты это, он забыл сказать то, что мы собираемся на LAN в Финляндию. Да, мы скоро собираемся. Нормалек. Где-то далеко. Это первый такой опыт от России. Мы хотим показать там хороший результат. Это просто. Мы просто хотим съездить в Европу, чтобы команды русские брали с нас пример. То, что есть в Европу, неважно, пусть все смеются, что мы там проиграем. Там, а кто знает, так что далее. Мы там проиграем? Кстати, нифига подобного. Судя по результатам наших команд российских. Тон, чтобы наши ездили в Европу. То, что вот у нас Луна, если так грубо говорить, просто за 1800, ну, из Питера в Москву, полетел туда и обратно, 40 минут лететь. Вот, Европа что? Оформил визу, там, я думаю, тоже не такие уж деньги, да. Вот, хотим задать тон российским командам, чтобы тоже ездили. И эта зима мы вот собираемся посетить буржуйский чемпионат. Ну что, в принципе, очень здравая идея. Ребята, вот берите пример, пожалуйста, команда, как вы будете, ГИС или РПХ, да, команда РПХ. Вот показывает из. А что значит? Гейс это GeForce, в смысле. GeForce. GeForce это я, они сокращенно. Они интимисимы, а РПХ, а этот менеджер. Ну что, в общем, РПХ, ребята, как бы показывают, как на самом деле надо развиваться, в общем, к чему стремиться. Что могу. Хотел бы спросить, да. Хотел бы очень спросить, удалось ли вам поиграть на новых компьютерах? Кому-нибудь из вас? Я играл на новой линейке, которую обновили, именно ЖК. В принципе. Не могу сказать, что там плохо, ужасно и так далее. FPS держало прилично на той же лагучей карте Inferno. Вот. Просто пробовали пятером, кидали дымы, там по 2-3 дыма от каждого человека, и 150-200 держалось стабильно. Ну, то есть, компы новые нормально, радуют? Ну, да. И, если честно, вот я предложил такую тему, то, что внешний вид там обновить. Ну, кто-то ломается. Я напомню читателям, что этот разговор был приватным, состоялся между руководством клуба Кликнет и как раз вот нашим товарищем Баунтиком. Ну что, ребят, на этой, так сказать, праздничной ноте я бы хотел приблизиться к завершению и просить вас что-нибудь передать нашим зрителям. К чему стремиться? Стремиться к чему? Стремиться надо всегда к самому лучшему. К высотам, быть лучшими из лучших и показывать это не только на нашей арене, а на международных тоже. Потому что между собой мы всегда успеем посоперничать, а показывать Россию, так сказать, в сурс именно в Европе надо уже начинать. И неважно, будем мы сливаться или нет, неважно, какая это будет команда или, возможно, сборная, все равно главное играть на ланах и показывать, стараться учиться у буржуев, потому что у них все-таки скилл выше, я бы даже сказал, на голову, чем у той же нашей сборной. А что плохого сгонять просто на ланы и. Сборная, давай поехал постоянно. Ну это мы опустим после 1-8. Да. Извини. Надо учиться у буржуев, то, что они на голову выше, и то, что ребята, я надеюсь, они все-таки поедут на лан. Покажешь там, даже если не очень хорошую игру, они многому научатся этот план и многое получат и покажут, что все-таки у России есть желание играть в эту игру. Главное не победа, а участие. Ну, вроде того. Да, главное еще, чтобы денег много не слить. Вот. Может, мы едем туда побеждать, а деньги... Можно большой привет передать? Вот лично от нас с Ермаком большой привет Блинчику. Q-Q2, Q. Q-Q2, Q обязательно, без этого никак. И мы хотим сказать, что все-таки горилла лучше, чем Яга. Можно, я тоже... Конечно, держи. Горилла. Кто такой Ку-Ку? Кью-Кью. Кью-Кью, кто это? Это наш фанат. Просто. Вот просто наш фанат. За небольшое отступление от темы. Давай там передадим привет Ленату. Два Кью — это никто. Просто есть персонаж с ником Блинчик. Он очень переживает за нас. Два Кью. Он считает меня... Ермака и Женя Фангерл и Марями. Потому что мы пьем ягу. А еще ягу. Фока. А еще Фока и, видимо, Барбоса. Барбос? Барбос. Жесткая смесь. А я хочу передать привету этому. Лунату. А, вспомнил. Как зовут этого малого? Лунату. Не Лунату. Нет, не Флейм. Этому. Который мне телефон скинул. Я забыл. Давайте это вырежем. В общем, некому молодому человеку пожелали привета. Да, привет. Девушке передай. Спасибо за телефон. Девушке передай. Девушке горит своей.
девушка. Мощный рады были мощными. Тихо, моя речь. Если ты меня слышишь, в зеленом и черном, которая ходит, я твой тайный поклонник. Я давно... Она тут? Она тут. За стенкой. Я давно смотрю твои журналы. И очень хочу с тобой познакомиться. Они все липкие. Оставь телефон. Липкое стекло. Для всех.